Dota 2 Хаос, пожалуй, идеальный сайт для поднятия вещей в Доте. Ведь здесь вы можете выиграть крутые шмотки, при этом просто вложив ненужный клан, пополняя счет из своего инвентаря. Испытай и ты свою удачу, спиннинг, трипл, течис, или же открывай сундуки и доставай крутые шмотки на Dota 2 Хаос. Ссылка в описании. Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Имба Шоу, и мы сегодня с вами продолжаем играть в веселую кастомку под названием Dota X20. По многочисленным просьбам я снова позвал гостей, уже двоих сразу за один выпуск, веселых, озорных и немного дурных ребят с канала Энтони Шоу. Всем привет! Здорово! И они, кстати, тоже пригласили меня сняться в их ролике, ссылку на который вы видите сейчас в правом верхнем углу, ну или в описании найдете. Я решил поиграть на Андерворде, вы тоже говорили, что неплохой герой, и я это уже вижу, потому что у него периодический урон от первого скилла 60%, немало, немного, еще урон от волны 1400, но самое интересное 60%, потому что, как видите, у нас хпшек тут-то немало, 60% от 10к, это, блин, по 6000 урона вносить будет. Так что посмотрим, что он из себя представляет. Этот Андерворд. Пойдемте уничтожать рожи. Мама, я в Ютубе, он, по-моему, в тот раз был. Не, Nokia я не помню. Так и я не помню, старый телефон. А чем мы, кстати, тут стоим, если тут рун нет? Вообще не знаю. Погоди, рун нету. Я их даже не вижу вообще. И что самое интересное, тут они уже не спавнятся, а тут еще не спавнятся. Где они находятся вообще? Потому что карта уже переработана. Да, тут где рун моя нету. Руна? Но зачем еще не ждал, все работает. За да, что? Не там. Бля, я щелкнул на тебя, у тебя уже половина жизни. Блядь. Это я еще отрегенился. А погоди, а курьера-то нету, мне пишет. Нету. Как нету? А нету что, курьера. Не купили? О, я антимагу убил. Случайно. Красавец. А чего вы все случайно сюда пришли? Я посмотреть на тебя. Ты такой здоровый. Можно я на тебе посижу? О-хо-хо-хо, вот это нас он чуть не убил всех. Че, всего 15 голды? Они такие мощные, 15 голды. Ну, может этот... Ой-ой-ой, я вообще... Смотри, как надо бить. А, ты сука! Нет, так не надо бить. Не, Влад, ты плохому научил. Вот тут я кого-то. Пойдемте видел. Этого заберем. Сейчас. О, стоять. О, смотрите, побежал. Ой, инвокер. Рачок. А у меня тут урона там просто 640. Он как раз. Ой, хорошо. Жалко. Он умер молодым. Птичку жалко. Ага, что, не получается, да? Что-то не так. Да пойдемте этого заберем, старика. Пошли. Тут у нас есть старик, но мы убьем другую. Аура аттеншентов работает. Уже поздно, его убили. Это слишком имбаланс. Да чего за аура аттеншентов? Аттеншентов даже рядом не должно быть. О, вот это взрыв. Ой, вот он. О, смотрите на эту дырочку. Ой, а я его как-то убил. Что-то мы кого-то хотели убить. А! У меня дракон дрюк. Что-то у меня ульта уже не дрюк. Всё. Так а ты все, ты ослабел уже. Ну, в смысле, не как раньше, вообще не дрюкает. А как? Нету обещанных 4 ультов. О боже, я его убил. А как я твоих сейчас убил? Слышишь, что, блин, первый скилл вообще не был. А, ты походу этим убиваешь, чисто поджигаешь их вот этим. Ну да, там я тебе говорю, первый скилл просто жесть. Я отомстил. Нет, это был мой, нет. Мне опять лансер убил. А вот не твой. Да не, нормально. Андерлорд-то всех разносит просто. Ой. Я бегу к тебе. Ой, о, рампашка. А где моя рампашка? Просто машина. Да ты крип! О, рампага. Ну теперь этот ролик точно выйдет, да? Да. Отлично. А у меня, кстати, 5700 с удара с руки. Урона. Нифига. А, ты же накапливаешь этих. Вот квапа. Квапа. О, 10% от урона способности. Вот это хороший талант для этой кастомки. Нет. Чего? Сраный крип. Смотри, антимаг с 2000. Просто с руки с 2000 сложился антимаг. Подошел, главное, ультанул в меня. Во, антимаг, этот, как его, инвокер. Давай. Смотри, все, бедного инвокера. Блин, а я даже эти поставить не успеваю, уже гасить их все. А, потому что от них тут толка нету, походу.
Во, вот, вот. Ой, нифига вы. Мне, короче, можно подлетать, давать тычку и первый скилл, и все. Ой, вот здесь этот, как его? Кто? Смокер бегает. Больше не бегает. Так он не бегал. Ага, вот о, он. О, видишь, просто. Скажи спасибо моей чудо-ульте. Не за что. Блин, плохо, что первый-то не работает. Ух ты, как больно. Как он в тебя целился, в меня попал. Тебя убило. Да. Нормально. Я туда только прилетел, и меня сразу попал. Смотрите, как надо убивать... О, как раз. Как надо убивать Рошана. Ух, ебать, он сейчас сам меня убьет. Так он тебя убил вообще. А, о, спасибо за его. Он просто потерял. Это было очень полезно. Здесь этот бегал. Всех убили? Ага, еще и сам сдох. Блин, не сдох, а стратегически отступил. Да, рассказывай. Антимаг, зачем ты сюда пришел? Ну хорошо, ну ультанул, ну молодец. А дальше? Слишком выебываюсь, да? Да, что-то... Я ж, кстати, никогда этот не матерюсь. Что-то я начал. Ну ничего, будет весело, смотри. Мы плохо на тебя влияем. Смирись. Маты плохо? Нет, мы плохо влияем на тебя. А, ну да, на одно видео можно. Смотри, сейчас умрет. Нет, не умрет? Нет, умрет. Нет, я хочу еще. Да они стоят, не вылазят. Нет, я имею в виду, хочу еще рапиру. А что у меня было? Не убивать, да? Да, вот смотри. Смотри, инвокер. Оп, нет инвокера. Друзья, ну, с вами был канал Эмбо-шоу и канал Энтони Шоу. Пишите в комментариях, кого позвать в следующем ролике. И загляните на канал Энтони Шоу, где я тоже принял участие в их ролике. Ссылочка, если что, в описании, либо у вас сейчас появится на экране. Всем удачи и всем пока.